Сотрудники госавтоинспекции проводят мониторинг безопасности школьных автобусов. Специалисты контролируют техническое состояние транспорта, наличие диагностических карт, исправность тахографа и наличие грубых нарушений ПДД у водителей. Все 674 школьных автобуса в регионе проверили к началу учебного года. Также обследованы маршруты движения, а у школ наличие безопасных площадок для посадки и высадки детей из автобуса. Водители есть определенные требования, и при перевозке детей это очень важная составляющая. Не допускать нарушения скоростного режима, это контролируется посредством установки ГЛОНАСС сотрудниками госавтоинспекции в ежедневном режиме, вот, просматривается. И когда такие факты есть, мы принимаем меры реагирования. Ну, это, скорее всего, исключение из правил. Система подвозки детей школьными автобусами поставлена на очень хорошем уровне, что обеспечивает безопасность движения детей в школу и из школы. При этом есть определенное правило – сопровождение педагогическими работниками. Строгое соблюдение графика перевозок для того, чтобы у нас не остался кто-то, ребенок, за рамками перевозок.